на улицу пошел, блядь, минус 20. У бортов, блядь, надо отменять головы. И шляпку не видел. Ну ладно. Что ты видел, голову делал? Если тоже потеряем неделю, то что не буду даже не потерять ничего. Айда, айда. Сколько, говоришь? 5. Вот тут? Да. Потому что я тебе говорю, что там было где-то почти 2 метра до бетона. Ну, а тут и бетон не видно. Сейчас воды еще больше будет. Я вырежу лишнее, не расстраивайся. Берегу ловишь, да? Я говорю, на берегу что-то ловишь, да? Ну что, где дерево упадет? Вода сзади, Юр. Вода была спереди, дерево было. Не, вода сзади, понимаешь, а в деревьях... А, птицы, я понял. Ты ловишь птиц. Кухонь оторви. Не, не буду. Теперь не буду. Слышал машину, где бибику? Да. Потом разведать и узнать, как там подъезжать. Мы можем там где-нибудь останавливаться. Тоже, может быть, дорога. Ух ты! Видал? Ха! Видал поверху ударить? Снимаю, снимаю. А что ты снимаешь? Надо было там снимать. Я тебя снимаю. А меня что снимать? Ну, у тебя же лицо какое было, ты что? Лицо. Морда лица. Ты представляешь, ударил. Ёпта, опять по этим веткам. Блять, дурак, только что зацепился. Это ж процесс. Так туда надо было снимать. Видно было. А я не знаю, кто это. Окунь больше похож. Вертушечку, значит, берет. Он ее выбил прям на самом. Представляешь? Она поднялась. Поклевку такую не снял, а болту. Снимай туда. Да я бы ее не увидел там все равно. Да? Конечно. Не, видоискатель не увидел бы. Вот здесь он где-то идет. Ну, да я тоже думаю, надо снарядить все. Кота за хвост. Кота за хвост. Тихо. Он что-то хуйню сможет, блядь. И ждешь, смотришь. Ты дым переверточка, да? Ну конечно, ты что? Вот куда они тут что денутся? Да, сейчас фантастично. Знаешь, а у тебя бутылочка на борту, да? А то. И никуда тебе не надо причаливать, что. Так, еще раз, давай. Вот, вот что происходит за бортом. Посмотрите на эту лужу. Посмотрите, как выдержала наша паланка. А сколько уже льет? Два часа. Два часа уже льет слив. Это тент наш вот нас спасает сейчас, понимаешь? Кто потом поверит, что мы жарим шашлык под грозой? Идет гроза, молнии сверкают.
А мы спокойно жарим шашлык. Не, ну полтора часа нас полоскало, просто вот этот тент стоял внизу, мы подпирали его головами. Да, руками. Да, руками, потому что это все сдувало, стойки наши все попадали. Вот, и вот она наконец-то завершилась, самая мощная гроза, и остался такой вот вялотекущий дождь, который неизвестно, какой когда вообще, да. На лужу на ту наведи. Когда неизвестно он вообще закончится, да. Ну так высуни, покажи, что это самое, облажной сейчас. И он на воду. Да. Судя по тучам, все это дело... Ну это надолго. Ну неизвестно насколько, но... Там вроде уже светлеет. Ну, светлеет давно, но что-то ничего не останавливается. А шашлык у нас сейчас скоро будет. Вместе с тем шашлык почти уже готов. Тем не менее. Да, тем не менее, да. И гроза, и дождь. А мы жарим шашлык и отдыхаем в полной. А еще у нас там ловится рыба, где-то как-то может быть. Да. Насколько я понимаю. По-любому она у нас уже там по-любому есть. По-любому уже есть, да. То есть еще и ловится рыба. Так что у нас все было и будет. Это вообще уже вторая серия. То есть первая серия сегодня была жуткая жара. Да. Значит, так вот. Мы утирались. Приходится заливать водой в дождь. В дождь приходится заливать водой шашлык. Это его деревяшки. Это для Романа. А вот здесь можно добавить воды немножко. Вот она сливается. А покажи в палатку, там, наш там, скажи, ручки помыть, умывальник. Пойдем. Да. Нет, туда не могу, потому что мне камеру зальет, да. Но я тебя взял крупно, да. Да. Вот такая сисечка у нас имеется с чистой водой, такая емкость, да, образовалась здесь. Так что... Дождь прошел, и солнце в целом свете. Это очень хорошо и большим, и детям. Еще капает, правда, немножко. Эпическая картинка. Рыболов. Пробный заброс. Делай, Петя. В руках у рыболова такая дубина и некое какое-то приспособление непонятное. Внизу висит какая-то красная фиговина, набитая хлебом. Юрий Тимофеевич, а вот скажите, вот что вы сейчас делаете? Рыбу ловлю. Понял. Иди забирай.
А вот ее надо подмормышивать или подсазанивать? Иди, иди, мудрый. Вона. Ну да, я подожди, хоть сниму, что-то посмотреть-то, что получилось-то. Густерок. 4 штуки. Густерок, густерок. Ну. Иди, иди, я же тебе показал пальцем. Нифига себе. Клюнуло. Ну, без туловища. Как ты думаешь, будет солнечный вечер? Будет. Я уверен просто. Потому что солнце, вот оно. Так, ладно. Думаю, что туда подъезжать. Одна гусеночка была. Удрала. Ладно, пойдем. Мы до Казани. Ничего. Глубоко проезжа. А почта не моем, да? Да вроде нормальный спуск. Сейчас еще меньше сделаем. Сейчас еще меньше сделаем. О, тюкает. Тюкает, тюкает, тюкает. Ух ты, о, ну вот эти. А клевать не клюет. Давай. Вот она, уклейка. Это классная уклейка, видишь? Крупненькая, слушай, да. Вот я тебе про чего и говорю. Ну что, это плохая уклейка. Крупненькая, да. Класс, да? Вот очень, очень хороший, да. Салат, ёпта. Все, ёпта, она на большой крючок кидает. Сейчас надо тут прикормить и никуда ходить не надо, ловить. Так ты, блядь. Так. Ну да. Опа! А у меня удочка съедет. Лепешка, блин. Лепешка. Давай я положу. Ух ты, смотри, там что вообще. Опа. Это маленькая. Дай-ка я ее увеличу, она сейчас большая будет. На руке покажи. Да ладно, брось. Да я хочу этот момент засечь, когда он вот вытягивает, как он чувствует. А что чувствует? Там клюет, что не видишь? Что-то я не замечу. Ну поплавок. На поплавок же. На поплавок. Уклеечка. Жирненькая такая, нормальная. Надо насаживать нового. Они уже все изживают. И прикормить. Ну, давай, клюем. Клюет, клюет.
клюет. Не-не, надо насаживать. Да? Очень классно она клюет. Эх, фокус уходит. Да ё, вроде ведёт. Надо прикармливать, чтобы крупняк больше. Опа! Опа! Так. Ну-ка. Поднимаешь там мрак. Ну соберите в кучу, сейчас он, я на ступру еще не даю. Ну-ка покажи на руке-то. Ну вот, видишь, оттуда хвост торчит, отсюда. Да, хорошо. Ну королевская, куда? Королевская уклейка. Я давно такой не видел. А они такого размера. Какого размера они выросли? А вот больше не бывает. Это уж совсем уже очень крупное. Ну вот чуть-чуть. Ну и блин. Утопило совсем подло. Не попало. Так, ну сейчас подло. Да что ты будешь делать? Ты видал какая? Это моменты вечности. А вот здесь мох, яблочки, налито все, опарыш. И рыбка. Хотя вот маленькую удочку туда зайти, бля, и под елку хватит. Обалдеть. Проверяешь, да? Нормально? А? Снимаю. Ну все, глуши это, давай.